Сайрам. Подожди. Сайрам. Сайрам, добрый вечер, дорогие друзья. Сайрам. Сайрам. У нас была Ира в гостях. Пришла после Аканда Баджанов. Принесла просад, рис. Вот. Спасибо, Ирочка, да, за просад. Я зато ела малай кофту, которую приготовила. Ира вообще накрыла стол. Я объелась там и малай кофта, чудо какое-то. И салат такой вкусный. И чапати были просто нежнейшие. И поэтому нас предводитель дворянства вывел разгуливать жиры. Да, говорит, слишком, говорит, много съели, пошли. Немножко прогуляемся, калории потратим. Просто уедем, вот. Да. Ну так ты, может, тогда покажешь, где ты живешь-то? Да, я покажу, где дом. Этот. Можно и поподняться ко мне, нет проблем. Только внизу темно, а мы не увидим вид из окна. У меня очень красивый вид из окна. Ну тогда мы лучше придем в дневное время. Дневное время. До отъезда надо прийти. Когда вы уезжаете? В 1 декабря. А, ой, слушай, да. Мне так казалось, ой, 1 декабря, это еще так не скоро, но здесь время пролетает. Ты знаешь, Саши говорит, вообще. Когда человек счастлив, время летит так быстро, вообще. Когда несчастлив, каждая минута тянется. Слушай, а ты не знаешь, вот это Хануман-кафе ведь работает, да? А вот я не знаю, я там светится, и там вот меню какое-то. Да? Welcome to Hanuman Hill Rock. 23-го, 11-го. А, открывается только 23-го, Галадинар. Да? Открывается, значит, 23 ноября. 550, большой такое? Будет ужин. Туса. Для одну персону 550 рупий. Please book. В общем, надо забукить. Пати? Пати-пати. Замечается. Замечательно. 23-го. Это на день рождения Саибабы. О-о. Да. Повод. Ну, они, наверное, сейчас... Или от... Такое ощущение, что они открыты, да. Это просто будет это... пати большой. Да. Наверное, просто в честь дня рождения будет обед званый. Решили замутить. Решили замутить они что-то на день рождения. Я? Thank you. Thank you. Все активизировались. У них разборки. А я думаю, что такое? И смотри, Саибаба сверху благословляет. Все, 24 часа в сутки в мандире были баджаны, Аканда баджаны, без остановки. Повторение имен Бога. И вот они закончились сегодня в 6 часов вечера. Начались вчера в 6 вечера и закончились в 6 вечера. Всем раздавали просад. Народу было много, всех вот так сажали, двигали, все время двигали. Но это в начале, а так вот... Нет, вот концовки перед концовки. Этим уже, да, перед просадом уже все собирались, их всех двигали, народу было много, вот так вот все сидели. Потом раздали всем, всех выстроили в очередь, раздали тарелочки из листиков сшитые. И уже раньше кушали в мандире, а теперь всех из мандира попросили, там получили еду и уже пошли кушать, кто куда пойдет. Вот, я пришла к вам. И спасибо тебе. Иришка, а живешь ты там, да, вот там вот? Ага. И, дарлинг, вот деймейкинг. Он думает, что шопинг-центр здесь готовит. Я, говорю, тебе скажу, почему. Ну вот плюс пандус мне вот, он тоже как-то насторожил немножко. Насторожил? Да. Ну вот мы сегодня разговаривали. У нас приходили днем тоже гости на обед. Очень во многих местах, здесь ведь тоже не особо сейсмоустойчиво. Завтра будет продакшн. А, если бы были апартаменты, то были бы окна. А здесь, говорит, большие комнаты, коридоры. В общем, оказывается, тут во многих местах есть законы, что нельзя выше 4-го этажа строить.
В том числе, как многие иностранцы, которые купили здесь собственность, они вдруг узнали, что то, что они купили на 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м, все это как бы незаконно. И если будет какая-то буча, то это можно будет потом заставить порушить. Поэтому, опять же, все удачно, если не покупать. Я это все рассуждаю, не покупать, а арендовать. Ага. Nice to meet you. Nice to meet you. Not good for me, big shop. Big shopping center. A lot of people. We don't have to go far away to. Мы будем шопиться, даже далеко ходить не надо. We pick up something. I take Richard. They want 30 rupees to go back. Yes. This is very near. Yes, I will come here. Yeah. Very good. All day I can go. You can walk. Ира, твои окна куда выходят? Туда. На каком этаже? На 6-м, как и вы. Ты куда? Ты уходишь уже, что ли? Ага. Сегодня не пойдете. Да, ну хорошо. She wanted to invite us, but from her window, very nice view when daytime. In day. Yeah. Okay. Ага, через 1-2 дня, давай. Хорошо. Обниматься, целоваться. Ага. Все, давай, лечи голос, лечи, выздоравливай. Да. Все, пока. Угу. Давай, пока. They're not making parad here. Лакша парада. Вот здесь вот на углу такие дешевые были парадки. Но в воскресенье у нее выходной. We have celebration for coming back home. We have celebration for going for holiday trip. We have lucky life, very good. Lucky life. For one time, here we burned the body of one lady who died. Да, раньше. And one time, one Indian dead body when we follow. You remember? Uh-huh. Only two people were with them. Да, раньше. Around здесь в русле реки, в сухом русле, здесь. Кремировали, если кто-то умирал. Каждый, кто родился, обязательно должен умереть. И вот кто умирал здесь, их кремировали в этом русле. Мы на некоторых кремациях присутствовали. Да, лишь бы они не кинули в речку. Ага, этот мусор. И внезапно выключился свет. Do we have light? Yes, of course. Да. We don't need now. У нас есть фонарик с собой. Мы вышли на променад, на набережную. И вот теперь насколько интересно этот свет отключился. Да. Да, вот свети. Ура, свет вернулся. Такие красивые фонари. Хорошая набережная. Вот здесь вот вода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, обходим. Безобразие. Что он делает? Глаза бы мои не смотрели. В одной руке курит, другой рукой. Ой, ладно, мы обошли. По большой траектории. This is for wedding. Yeah. Вон как разукрасили красиво. Цветы. Да, вот names. Family. Invite. Шерин. Вец Фироз. Вот они. Ага. Вот так вот. Здорово. Ага, Аджа.
Ой-ой-ой, ты опять за нами. I know this dog. Very friendly dog. Очень дружелюбный песик. А? They don't let the bulb out. Угу. Смотрите, закрыли свои магазинчики. Ничего не забирают с собой. Вот так покрывают и веревочками. На доверие. Он говорит, лампы, говорит, вот висели. Говорит, но у него здесь дешевые лампочки. А один друг оставил лампу снаружи, дорогую. Ее, говорит, украли. Ну, и не знаешь. Ага. No window, with room, you remember? This was a building. Ah. And they asked how much money? Old Christina up building, they were going up. Проверяем, какие кафе сейчас работают. Вот Moon, мы смотрим, кажется, закрыто. Но здесь не так много сезон для того, чтобы работали кафе для иностранцев. Он Greenpeace, говорит, открылось уже кафе. Вот оно, Greenpeace. Работает. Работает, да. Я вижу, там посетители сидят. Девчонки, каких ярких. Вот раджастанская юбочка. Он, да, Greenpeace работает. Ха, Саши, лентяй. Мы зачем вышли? Мы же вышли жир потрясти. Вот так вот мы трясем жир на рикше. Устал. Устал трясти. Аджа. Тебя фон банде? Фон. Сайрам. 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 Привет. Привет. Да вы чего? Ага. Просит. Местная жительница, нормальная. Рот себе показывает. Дайте, говорит, еды. Не знаю. Сломавшаяся машина. Ну, может быть, они его надеются починить. I don't know. Просто у нас тут так много всякого склада ненужного, старого. Teacher, he should know how to live clean, you know? Дорогие друзья, мы пойдем отдыхать, спать. Вот такой у нас был день. Много интересного, но вполне обычный для нас день. Вот такой вот. А с обезьянками, с друзьями на обед, с друзьями на ужин. Сайрам, сайрам. А? Yeah. I don't know. This is not our husband. No. Our neighbor. This house. Yeah, but I don't see him always. We don't see him. I think well. He's inside all the time. Uh-huh. We hope well. I hope he's fine. Uh-huh. Вот. Да, не про Джона. Давай. Про Джона спрашивают. Он в порядке? Он заболел, его никто не видит, но он там, дома, у Анны. Вот, ну все, всех обнимаем, всех любим. Всем пока-пока. Ага.